первый спуск на воду. Лодку собрал, приготовил, пока надувное дно пока не вкладывал. Пробую так. Первый раз лодку спускаю, сам первый раз буду плыть на такого вот типа лодки буду учиться. Так, все, поехало. Поехало. Опа. Буду учиться байдарочным веслом, на байдарке плавать. Все, пока. Так, ну вот, я поднялся немного против течения. Переплыл заливчик и здесь вдоль берега немножко поднялся. Что можно сказать? Ну, во-первых, с весла, конечно, капает. Надо учиться, грести. А в общем и целом, нормально. И вот эти вот полудеки, да, удобная вещь, если не хочешь мочить вещи. То есть какие-то легкие предметы можно закрепить сверху. А вот этой сумкой, кстати, накрывал колени, чтобы не мочить. Сиденье я поставил строго посередине. Думаю, наверное, его сместить немножко назад попробовать. Потому что нос, получается, загружен чуть-чуть больше, чем корма. В принципе, пока нормально. Непривычно, конечно, грести тем байдарочным веслом. Все летит, все. Капли падают. Буду учиться. Сейчас еще немного вверх поднимусь. Попробую. Потом вниз обратно спущусь. Так, поднялся еще немного. Вон оттуда я пришел. Сколько тут? Ну, может, метров 500. Что можно сказать? Ну, против такого вот течения, в принципе, можно двигаться. Тем более под байдарочным веслом. На обычной лодке надувной, под байдарочным я бы точно не поднялся. Под распашными возможно. Все-таки лобовое сопротивление поменьше, чем у... Лодка сама поуже, поменьше, чем у обычной, так сказать, гребнушки. Обычной надувной лодки весельной. Что еще? А, немного сместил назад сидушку. Относительно центра буквально сантиметров на 30. Вроде как показалось поудобнее. Воду хотел показать. Вот столько натекло воды за 20 минут с весел. То есть этот момент он имеется. Сейчас уже немножко получше стало получаться грести. Лодка Time Trial, фишка як. Что еще? Ну пока все. Дальше еще включу. Забыл про вес еще сказать. Значит, лодка вот в таком комплекте, то есть сама лодка, вот это кресло надувное и весло, весит 12 килограмм. У меня еще надувное дно я заказывал, вкладное, оно еще добавляет 3 килограмма. В общем, с надувным дном будет 15, так 12. Пока все. Так, сейчас попробую вот по такому течению подняться еще вверх. Посмотрим, получится или нет. Вот против такого течения уже невозможно идти. Гребешь со всей дури, стоишь на месте. Кое-как я вот поднялся на 20 метров. Дальше уже не пойду. Где-то упирался веслом, как шестом. За ветки цеплялся вдоль берега. Сейчас попробую сплавать на ту сторону. Все потом расскажу. Так, добрался я вот до такого островка. Это река Енисей. Получается, вон там я был последний раз. То есть сильно сносит течение. Я вот здесь вот таким вот галсом за перекатом вот проплыл сюда. Проплыл сюда. Вот моя лодка.
Остров это где-то посередине Енисея стоит. И сейчас мне надо хочу перебраться на ту сторону. Под скалы, наверное, уже не успею, снесет. Вот так вот пойду чуть пониже. И там вдоль берега попробую подняться. Так, ну вот перебрался я на ту сторону. Под скалы. Что можно сказать еще? Вот у меня сумка на коленях, чтобы не летело. Воды в лодке. Показать. Короче, воды прилично. Вот столько накапало меньше, чем за 2 часа. То есть будешь более-менее мокрый. И сам, и в лодке будет вода. Надо гермы обязательно. А в общем и целом-то лодка, в принципе, легкая в поведении. По сравнению, опять же говорю, с обычной надувной рыбацкой лодкой, да? Какой-то недостатка там настойчивости я не почувствовал, вот перегребал Енисей. В принципе, никаких нюансов не заметил. Пока все. Сейчас попробую показать, как она ведет себя. На воде, думаю, что будет видно. Хотя ни хрена. Немножко. Ну, вот примерно так. В принципе, идет довольно легко, опять же, если не против течения. Скорость не сказать, чтобы сильно большая, но не меньше, чем у надувных рыбацких лодок точно, наверное, даже больше. Как-то так. Енисея. Ветер встречный поднялся. Короче, в принципе, нормально все. Лодки вполне замена. Рыбацкой. Особо не качает, не шатает.